Сегодня в России отмечают праздник весны и труда. Дагестанцев поздравил в Рио главы региона Владимир Васильев. В телеграме, в частности, говорится, цитата: «Дагестан всегда славился талантливыми мастерами, людьми, которые любят и умеют работать. И сегодня мы гордимся теми, кто занят созидательным трудом, нацелен на высокие профессиональные достижения. Убежден, что трудолюбие, энергия, деловая активность дагестанцев позволят вывести республику на инновационный путь развития, наладить совместные производства, создать комфортные и безопасные условия труда, сделать так, чтобы люди получали достойную зарплату и чувствовали себя социально защищенными. Особые слова благодарности ветеранам. Ваш опыт, мудрые наставнические советы очень важны молодым, которые только начинают свой трудовой путь. Желаю всем внести свой вклад в развитие родного края, в процветание нашей великой страны. Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго». Конец цитаты.